Здравствуйте, уважаемые подписчики! Сегодня я сделала такой ролик. Все знают, что мы переехали в новую квартиру, купили новые шкафчики, прихожую. И вот Ольга Милк. Вот он так выглядит. Один шкаф и второй шкаф. Второй угловой. Вот Ольга Милк. И угловой с зеркалом. И я пригласила мастера, чтобы он собрал шкаф. Ну, мастер почему-то не пришел и не перезвонил. Ну, я подумала, что мне такие работники не нужны. Я сделаю сама. Поэтому начала делать сама. И посмотрите, что из этого вышло.
Так, вот здесь вот петли двух образцов. Вот сейчас первый образец вот нажимается вот сюда. Вот, она сама отлетела. То есть вот эта часть и приделывается к шкафу, а это вот как бы дверка. Потом, если надо будет одеть обратно, то вот здесь вот, так, плохо видно, да? Так. Так, вот здесь вот есть крючочки. Сейчас вот так сверху. Вот, крючочки вот эти. И на них одевается... На них как-то одевается... Вот это обратно. Защелкивается... Одевается на эти крючки и потом вот так защелкивается вот здесь. Одной рукой, конечно, не сделать это. Нужно еще нажать на кнопочку. Так, но одной рукой у меня не получается. В общем, и оно вот так защелкивается, и дверка уже висит на... шкафчики. Вот. Оказывается, не записывала. Вот второй вариант петли. Значит, вот это вставляется к дверке. Это прикручивается к шкафчику. И потом вот так защелкивается, и все тут прикручивается отвертка, и тут и держится все. Второй вариант петли. Сделала шкаф. Так получится тут поближе. Здесь у нас получается. Это тоже дверка. Тоже дверка открывается. Только она маленькая. Без ручки. Так. Так, ну, меня не смотреть. Так, здесь получается угловой шкаф. Петли. Все нормально встало. Так, внизу под обувь. Еще на ножках. Там ножки. Здесь для обуви. Ну, тапочки или что-то. Более такая. Так. И вот издалека.
Вот я не торопясь собирала 2 дня. Ну, около 2 дней, потому что я же не целый день кушать готовила еще. Так что вот так. Я очень довольна, что у меня все получилось. Это Ольга, мебель Ольга Милк. 2 шкафа. Этот шкаф угловой, он стоит 11 700, а этот 7 800. Вот просто один модуль. Можно по отдельности брать, можно еще. У меня здесь вот еще простенок, вот этот вот. И вот сюда, вот он узкий, и сюда тоже входит вот этот вот шкаф. Ну, чуть-чуть вот так где-то выходит, ну, 6 сантиметров, наверное. Ну, на этом месте тоже очень симпатичненько смотрится. Можно, конечно, еще докупить, но тогда здесь будет узковато. Сюда поставлю пуфик какой-нибудь, чтобы присесть, обувь одеть можно было. Вот такая у меня прихожая получилась. Так, я что-то увидела косяк такой. Почему ручки на разном уровне? Это ниже, это выше. Я их измерила, думала, что может быть я дверь не в ту сторону сделала, но тут можно и туда, и сюда можно. Я сделала так, чтобы у меня они открывались вот так вот наружу. Я измерила вот это расстояние, если бы я дверь, например, в другую сторону поставила, оно все равно то же самое. Я не поняла, это что это за косяк такой? Тут уже дырочки были. Какая разница, если я эту дверь переверну в другую сторону? Ручка-то все равно вот здесь будет. Если вот это сделать верхом, ну, не может наверху быть это зеркало. Вот это вот место меньше не может быть. Вернее, вверху больше не может быть. Или может быть. Здесь это наклейки-то. Я же их не перевернула. Они правильно. Наклейки тоже вверху. Что за косяк? Мне так не нравится. Что делать?